Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Хочу показать вам и хочу сама посмотреть. Сейчас уберу. Пришла мне сегодня посылка, которую я ждала. И сейчас мы откроем и сразу же примерим. Я надеюсь, что эта посылочка как раз подойдет для того, что я хочу размерами. Ну, она то очень легкая. Я думала, что будет намного тяжелее. Уже тюльпанчики посыпаются. Заказывала на сайте Amazon. Ой-ой-ой. А, нет, это она собирается. Поняла. А я уже смеюсь. А я уже смеюсь. Ой. Так, все мне мешает здесь. Все мешает. Это я заказала, друзья, доску такую на духовку. На духовку, на плиту. Ну, сейчас увидим. Заказала за $70, друзья. Я не знаю, стоит оно того или нет. Люди писали хорошие отзывы, не знаю. Я ее заказала, чтобы не царапалась она сверху. И когда не готовлю, то ставится туда, знаете, всякая штучка такая. А пахнет сосной и смолой так. Так что ошиблись, друзья. Ошиблись. Я не знаю, как оно так. И формочки. И это тоже. А там размер пишется? Да, 11 на 22 инча. Вот, конечно, это маленький, ты шо. Угу. Вот какая досточка беленькая, хорошенькая. Конечно, она того не стоит, друзья, $70. За $70 да, Гена мне сделает сам. Вот для чего, друзья, я хотела эту доску. Вот, чтобы так ставить на эту поверхность, на плиту. И она должна быть, была быть вот такая, как эта плита, духовка или как. Ну, видите... Видите, что получилось? Просто маленькая малявочка. А может так? Не, Ген, оно идет полностью закрыто. Я же... Ну, такое все. Ага, да. Или так? Ну. А может так? Не поцарапай, смотри. Нет, нужно, чтобы... Сделаешь мне на целую вот плиту. И все. А это нужно отправить обратно. Так что... Дарма я радовалась посылке. Как-то так и долго шла. Обычно. Я тебе скажу, это просто поднос. Может, вы попутали? Все, ложишь сюда и постель мне приносишь еду. Да, на том вот тоже так. Можно. Раз. Там идут всякие классно, размеры. Заказываешь, поел, какой хочешь. Когда да. Лежу, и ты назад забрал. Наоборот. Мне кофе принес, я попила, я назад отнес. По очереди. Так что, друзья, вот такая досточка замечательная получилась у нас. Но она классная, легенькая. Ну, я тоже... Вот как оно сделано. Здесь просто шурупы. Ты же не держать здесь на руках. Ну, я же буду ее снимать. Ну, у нас же не будет кусок бетона. Ну, все, сделаешь мне. Обязательно. Можно даже без ручек просто так сделать и все. Ну, лоханулись.
получилось. Я тебе сделаю без ручек, не треба тебе ручки. Да, просто вот так. Как раз сюда. А можно даже вот... Нет. И вот так я и вырежу, чтобы она была такая, поняла? Угу. И все. Как раз вот она, до этой штучечки. До этого плинтуса такого. Угу. Ну. Завтра поедем. Завтра поедем, по мне треба город завтра. Да. Окей. А вам, друзья, уже покажу, когда сделает домашнюю, своими руками, настоящую, натуральную, по размеру, то покажу уже, что получится. А эту можно отправить обратно. Если бы, хотя она $70, но если бы она подошла, то я бы ее оставила. Но, увы, нет у меня такой плиты, а поднос мне не нужен. Курочка моста, будешь носить. Да. Ресторан. Все, всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока-пока.